Красная ковровая дорожка для звезд шоу-бизнеса практически то же самое, что подиум для моделей. Вот только у российских звезд, в отличие от западных, такая возможность покрасоваться появляется всего пару раз в год. Как, например, на церемонии наград Муз-ТВ. Только здесь вместо красной дорожки почему-то зеленая. Собственной персоной. Здравствуйте, Лев Валерьянович. Здравствуйте. Because we're in Russia, so do as the Russians do.